в том, что в начале 90-х было ощущение, что нужно разрушить СССР и создать некоторую правильную модель. Дальше выяснилось, что под эту правильную модель нет ни идеологии, ну, потому что та идеология, которая есть, из нее государство не выстраивается. Либо же, и плюс к этому, нет экономической модели. Я опять ссылаюсь на Путина и Сечи. И поскольку не получилось, то дальше нужно бы теоретически менять модель. Но проблема в том, что обычно за каждой моделью стоят свои люди. И вот те, которые сегодня у власти, они стоят за ту модель. И они уходить не хотят. Поэтому нужно сжаться, когда их сметут. Вот когда их сметут, то придут другие люди с другими моделями. Я считаю, что это произойдет достаточно быстро. В результате Украина, скорее всего, исчезнет. Ну, Молдавия останется. Но Украина исчезнет. Ну и кто им виноват?